Всем бодрого дня! Как вы уже, наверное, поняли, мы находимся на территории МФТИ и идем через то, что когда-то было прикольным футбольным полем и беговым кругом, но сейчас здесь, судя по вот этим воротцам и тому, что все огорожено, идет ремонт активный. Я не знаю, зачем здесь ремонтировать, буквально полгода назад здесь все было отлично. Что мы делаем здесь? Мы идем на площадку для уличных тренировок, которая появилась на территории студенческого городка МФТИ благодаря Алексею Шоненкову, одному из участников программы «100-дневный воркаут». Всем студентам рекомендую брать с него пример, потому что он не только сам начал заниматься и подключил друзей, знакомых, однокурсников, одногруппников, но также и добился от университета постройки новой современной площадки взамен тех старых советских. Ну, даже не взамен, вон они там стоят. Можно глянуть, на чем приходилось заниматься ребятам. И, собрав подписи, благодаря Алексею удалось построить новую современную площадку, которая радовала всех не один год, а целых, наверное, 2 года. Я надеюсь, что площадка останется, несмотря на то, что здесь вот так вот все ремонтируют. Потому что она в отличном состоянии, буквально через 10 секунд вы ее сами увидите, ладно, даже меньше. Итак, мы пришли. Смотрим. О, все занесено снегом, ну да ладно. Стандартная секция с рукоходами, опять же, все высоко. Покрышечка. Секция из турников и доски для тренировки пресса. Есть брусья. Есть гнутые брусья, жаль, всего одни. Скамеечка, это, я так понимаю, чтобы с весом тренироваться. Мой любимый мини-комплекс. Я уже неоднократно говорил, вот такой комплекс. И рядом брусья. И это все, что вам нужно для тренировок вообще. Ну и, конечно же, гимнастический турник. Мало где в Москве можно встретить гимнастический турник. А, собственно, мы и не в Москве. Поэтому... Вот, видосик с поездочки я справа вверху размещу, когда мы ездили к ребятам в Долгопрудный. В рамках воркаут-тура потренились с ними. Да, здесь вот железка сзади ходит рядом совсем. Но это гораздо лучше, я вам скажу, чем, не знаю, чем машины какие-нибудь, да, ездят. Все-таки более экологичный транспорт. И в целом здесь очень приятно заниматься, особенно когда на улице не зима, а лето. Или весна, и вот, или осень, и зелень эта вся, вот, очень приятно, очень приятно. Вот такие вот дела, буду сегодня здесь тренироваться, сейчас разомнусь быстренько и поделаю подходы. Продвинутая техника номер 2, перемещение.
25 минут, но все про все ушло. И с каждой техникой время на тренировку будет увеличиваться, по крайней мере, у меня. Потому что отдых. И сейчас я еще пока могу давать 30 секунд отдыха между всеми подходами. Но дальше будут сложные техники. Сложные. Поверьте мне. Поэтому нужно будет увеличить время отдыха. Вот. Вот такие вот дела на сегодня. Все еще откажу от 1000 отжиманий. Грудачок-то побаливает. Вот это была хорошая тренировка. Надо больше таких. Ну а мы продолжаем двигаться. Впереди еще много всего интересного, так что увидимся завтра. Пока.